Всем привет! Сегодня на обзоре глюкофон диаметром 30 сантиметров под номером 816. Настроим тональность пигми в нотуля, строй 432 Гц. Давайте послушаем, как звучит. Для прослушивания лучше использовать наушники либо хорошую акустику. Бесконечно. Притом играть может абсолютно любой человек, без каких-либо знаний в музыке, без какой-либо подготовки. Берете палочки, и любая последовательность ударов по лепесточкам у вас будет звучать красиво, потому что в нем уже заложена гармония, и каждая нота, она сочетается с другой, и вам просто не удастся как-то сфальшивить. Поэтому на нем абсолютно любой человек может сыграть. Можно использовать для медитации, для просто расслабления. Пришли с работы и отключили мысли, причем он быстро отключается. Очень легкий способ успокоиться. Ну и просто поимпровизировать и поиграть кому-то тоже как вариант. Также расширит и репертуар уже музыкантов, которые уже играют на каких-то других инструментах. Этот может прекрасно дополнить. Инструмент имеет такие оттеночки пурпурно-фиолетовые. Переливаются они на солнце. Здесь идет перламутр пурпурно-фиолетовый. Такой цвет у него. Структура закрученная спиралью в галактику, такую, лучками. Ножки выполнены из натуральной кожи. Ножки обеспечивают защиту лакового покрытия инструмента. То есть вы можете его поставить на твердое и бояться, что он поцарапается. Также они обеспечивают звучание. То есть вам не нужно никакие сюда подушечки, прокладки какие-то мягкие места искать.
Просто ставите прям так, куда угодно и играете. Можно на стол поставить прямо и играть. Единственное, чтобы на столе не было посторонних предметов, потому что он будет передавать свои вибрации окружающим предметам, и они будут просто дребезжать. Это будет не очень хорошо звучать. Либо все убираете, либо просто самый хороший вариант это когда вы ставите его на ноги, садитесь на стул, там, либо в позу лотоса и играете. И все вот эти вибрации, которые в нем есть, они передаются вам в тело. И вы поэтому не только слышите, но и чувствуете инструмент. Этим же эффектом, этот эффект используют для звукотерапии, там ставят на разные части тела, на спину, на живот, и звучит на инструменте, и он проникает своими вибрациями там в тело. Есть различные другие тональности. Можно выбрать, допустим, такой цвет, но другую тональность, либо наоборот, эту тональность, но другой цвет. Все варианты есть на сайте, можно посмотреть примеры. Можно какую-то свою гравировочку заказать, какой-то рисунок сделать. Есть различные там варианты тоже в размерах, побольше, поменьше инструменты есть, с двойными лепестками, с тройными. В общем, заходите, смотрите, там даже есть варган, кому интересно. Сайт vargans.ru, ссылочка есть в описании. Также там есть ссылка на группу ВКонтакте и мои контакты, куда можно написать, либо позвонить. Ну, либо просто можете написать в комментарии здесь под видео. Комментарии я читаю, отвечаю на них. К инструменту можно дополнительно также приобрести сумку-чехол. Она специально сшита по размеру. Защитная сумка, она идет с уплотнительной тканью и защищает инструмент от каких-то мелких падений. Ну и хорошо, также для переноски удобно и для хранения инструмента. Все это тоже можно найти по ссылочкам. Если что-то не нашли, пишите в комментарии. Пожалуй, все рассказал. Такой вот на сегодня обзор. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.